Вот они, эти телефоны. Вот они здесь стоят. Здесь все время много народу. Видите, люди подходят, смотрят, спрашивают, интересуются. Самое интересное то, что стоят эти телефоны довольно дешево. Примерно от 100 до 300 долларов. Я думаю, что это хорошая цена для современного смартфона. Тоненький. Он довольно легкий, кстати говоря. Довольно мощный, довольно хорошего, высокого качества. Кстати, интересно посмотреть. Да, все правильно. Буква А на армянском языке. Вот она тут сзади. И все эти телефоны, кстати, работают с двумя сим-картами.